сегодня на нашей набережной, и сегодня мы пообщаемся с жителями нашего города о том, чего же можно сделать еще такого особенного помимо набережной. Посмотрим, что они посоветуют нам, и, возможно, среди этих советов окажется что-то интересное. Это «Быстрый опрос», мы начинаем, поехали. Лично мне не хватает спортплощадок. Не хватает? Ничего, на каждом углу вообще. Где? Где? Пройти вот там будет. Ну там, до сюда, ничего себе добираться. Здесь должна быть прям. Прям тут, прям вот тут вот, да. Послушайте нас вот здесь, на этом месте, чтобы в следующем году было. Спасибо. Спасибо и вам. До свидания. До свидания. До свидания, и вам надо было сказать. Здрасте, вот кто нам. Ой, вот, вот давайте. Серьезный разговор, я вижу, что вы серьезные люди. Один вопрос, смотрите. Ну, что это у нас? Беговая дорожка, скорее всего. А вообще в общем? А вообще в набережную. Да, да, классно же? Очень хорошо. Чего нам еще в городе не хватает? Вот набережную сделали, чего еще нам классно было бы такого сделать? Знаете, мне тут недавно, я побывала на набережной с этой стороны, и на набережной там, где она должна закончиться. У меня такая мысль появилась, если бы вы вот еще... Автобус тут запустили? Нет, а поставили такие помещения для проката великов. С той стороны и с этой стороны. И чтобы была возможность брать там, а сдавать здесь. Или брать здесь, а сдавать там велик. Классно. Ну, вот. Вообще, а вы будете на велике кататься? Обязательно. Вы, то есть прямо... Вот именно здесь, да. Потому что здесь ни машин, ничего такого, ну, страшного для неопытного велосипедиста. А вы, ну, не сильно опытный? Ну, это же было в детстве давным-давно. В таком-то возрасте я уже... На дыбы сейчас не сможете встать? Нет, конечно. Ну, ладно. Ну, классная идея, спасибо. Вообще классная. Стоит задуматься над ней. Ну, в следующем году уже, правильно? Ну, конечно. Сейчас... Зимой-то уже... Сейчас хотя бы сделали то, что они задумали. И уже молодцы. Да. Спасибо. Вам спасибо. О, здравствуйте, пожалуйста, здравствуйте. Остановитесь. Нет, нет, нет. Это фиаско, братан. Здравствуйте, ребята. У нас есть к вам вопрос. Да ладно, о чем? О жизни. Надо только сюда повернуться. Вот попался, да. Как вас зовут? Максим. Меня Владимир. Максим, вот набережную сделали, это хорошо? Ну, если хорошо сделать, будет еще лучше. Скажите просто, хорошо? Хорошо. Чего нам еще не хватает, кроме набережной? Денег. Нет, ну такого, чтобы сделали, что-то было. Именно на набережной, что? Вообще, в городе. Набережная, это же для всего города. Что там еще надо было-то? Позавчера вспоминали же, ну. Мост. Через что? Куда нам мост? Ты что? На другой берег, через Китай, я не знаю. Ну вот, что-нибудь еще такого. В принципе, и так все хорошо, да? Или нет? Вообще, это формат интервью предполагается, когда я что-то задаю вопрос, а вы отвечаете. Ну, я представляю, да. Ну, уличные мероприятия, какие-то концерты, какие-то, ну, вообще, как это, активность, какие-то флешмобы, может быть. Нас папа сегодня сводил, ну, по всяким разным там аллеям. Сейчас мы были на той аллее, здесь на другой аллее. У тебя папа директор аллей? Нет. Просто он все аллеи знает? Ну, да. Ладно, смотри, вот появилась у нас новая набережная, это очень классно, а вот чего вот тебе еще бы не хватало такого, вот как думаешь, чего еще можно такого классненького сделать? Вот на этой аллее? Вообще, в городе. Ну, в городе прикольно было бы, если бы какой-нибудь огромный был бы магазин одежды или сапог, ну, потому что... Сапог? Да. Тебе нужны сапоги? У меня их, ну, например, резиновых всяких таких. Большой магазин резиновых сапог, да? Да, или, например, рыбалки. А насколько большой магазин должен быть? Прям на всю страну. На всю страну магазин больших сапог должен быть. Для всей чтобы люди. Вот так, чтобы для всей Руси, да? Скажи вот так голосом таким, как будто взрослым. Чтобы для всей Руси. Чтобы для всей Руси прям хватило. Правильно. Ася, а собаку? Ричи. Ася и Ричи. Вы подружки, да? Друзья. Подружки. Друзья. Она же девочка. Он мальчик. Ричи. Рич, мальчик. Рич. А Ричи это девочка? Да. Все-таки девочка. Мальчик. Ух ты,
ты как будто собачка тоже сделала. Ладно, тебе нравится набережная? Да. Насколько сильно по 10-бальной системе? По 10-бальной. 10? Или 9? 10. Или 11? 10. Ладно, смотри, вот если бы ты была таким, ну, знаешь, большим человеком, могла бы влиять на наш город, вот чего бы ты еще такого в нашем городе сделала классного? Такого же классного, как набережная? Продолжила речку. Продолжила речку? Как это? Ну, сделала ее дальше. Наверное, каких-нибудь таких аттракционов, развлекательных парков для детей. Где? Ну, например, те же лазертаки, пейнтболы, где дети могли бы полазить, где-нибудь себя поэкспериментировать, в чем они хотят себя видеть и так далее. Так, ну пейнтбол, лазертак есть, какой-то скалодром, я правильно понимаю? Скалодром, да. То есть ты бы хотела на какой-то скалодром залезть, там попробовать попадать немножко, да? Да, возможно. Только так, чтобы не больно, да? Ну да, там же маты лежат. Нет, на улице маты, наверное, не лежат. Ну, положат. Может, какие-нибудь для молодежи, чтобы тоже хоть куда-то сходить было. Клуб? Не клуб. Хотя бы какие-то... Кружок? Кружок. Ну, я более масштабным бы, наверное. Ну-ка. Там... Театр? Здание. Да. А, огромный. Такое, на фоне которого фотографироваться можно. Чтобы можно было одеться красиво. И пойти туда. Как бы выйти в свет. Да. А вы в театре давно были вообще? В прошлом году. Серьезно? В Питерске. Я просто вот 100 лет назад был в театре. Ну вот вообще в школе нас заставили просто. Заставили. Знаете, как в школах заставляют? Обычно. Было давно. Вас искали сегодня весь день, хотим с вами пообщаться. Серьезно, как вас зовут? Только не меня искали. Вас. Да. Ну как вас зовут? Меня зовут Валентина. Вот, Валентину весь день искали. Конечно. Ладно, вы гуляете? Или спортом занимаетесь? Нет, я гуляю. Я пошла посмотреть, как оборудовали. Процесс идет. Да, как оборудовали. Ну, в общем, неплохо, но еще много работы, я считаю. Много. Ну, в целом молодцы, справляются, да? Да, конечно, молодцы. Хорошая набережная, долгожданная. Я сюда ходила раньше. Нет, и на лыжах ходила, по Китою. Но, конечно, нужно сделать место отдыха. И зимой, и летом, и осенью. Посмотрите, какая красота. Так что... И зимой, и летом одним... Нет, не цветом. Площадки детской. Какой площадки? Детской. Что на ней должно быть? Веревочный парк. Веревочный. Да? Я читаю просто твои мысли. Круто, круто. Веревочный парк, чтобы лазать там, как обезьянка, да? Да. Ты давно на веревках лазал сам? 5 лет назад. Ну и вот если бы сделали, в общем-то, почаще бы было, да? Конечно, конечно. Все, заметно, делаем веревочный парк, да? Опа, вот он вообще любит лазать, я вижу. Как тебя зовут? Сёма. Сёма, сколько лет тебе? 5 лет. Да хотя бы здесь еще поставили бы эти биотуалеты. Ого. Понимаете, здесь много маленьких детей. Ну да, мало ли. Пожилых очень много ходит. Поэтому гулять тут достаточно длинная дистанция. И может не хватить сил. Да, выдержать-то это. Да, на терпение-то, оно же у всех разное, правильно? Ну, конечно. Ну, ладно. А думаете, вот что еще можно помимо удобств? Ну вот я бы хотела, чтобы в современнике, в парке было бы побольше... Биотуалетов. Почему биотуалетов? Нет. Ну это тоже не помешает. Ну да, вообще. Да. Но там мало развлечений. Я помню, когда были молодые, там такие были аттракционы. И самолеты, и лодочки, и катались вот эти качели. А сейчас что? А сейчас все гуляют просто. Да ну одни батуты эти. А вы, подождите, а вы пробовали на скейте кататься? Нет. Попробуйте, вам понравится. Это знаете, какое развлечение классное? Или на велике, или на гироскутере. Ну, это там молодежь катается. А вот раньше просто это, ну, поколение сменилось, понимаете? Время меняется. Но дети бы с удовольствием, вот они вот ветерок был, дети как на ветерке на этом катались. Это круглое? Да, да, да. Да, 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 да. Очень интересно. Было, лошадки были разнообразные. А сейчас, ну что они вот на этих машинках? У нас вон дома есть такая машинка за... Такая тяжелая, что ее не вытащить. Ну да. Ладно, давайте не будем о грустном. Все-таки да. Набережная классная. Спасибо вам большое. Главное это что? Биотуалеты. Много-много аттракционов. Каких аттракционов? Ветерок? Да. Знаешь, что это за аттракцион? Ну это типа американский же город, да? Нет, это когда по кругу так, с ветерком. Чтобы там американские горки, как в Америке. Ну это же страшно. Ты смелая? Да. Ладно, а что еще кроме американских горок, думаешь, можно было бы? Ну, можно бы было сделать какие-нибудь вот эти колеса, только чтобы они быстро крутились. Что за колеса?
Ну, я забыла, как... Это когда в колесо вот так залазишь, большую покрышку, и да, катишься. Да, вот это вот сам. Колесо. А потом голова кружится. Да. Я шучу. Мы еще стояли в этих, в разных парках тоже вот стояли такие колеса. Ты много в каких парках была, да, если я правильно понимаю? Да. По паркам, как ревизора, знаешь, по паркам заходишь. Так, что это у вас тут в парке? Есть колеса-то вообще, нет? Или американские горки? А ты из Ангарска вообще? Нет, я раньше в Усоле жила. Ты приехала с Усоли, переехала в Ангарск? Да. Тебе здесь больше нравится? Да, очень. Ну что, дамы и господа, вот так вот люди сказали, что хотят развлечений и удобств. Вот такие советы были от наших жителей. И это был «Быстрый опрос». Меня зовут Быстрых Владимир. Спасибо большое. Пока-пока.